Сейчас мы с вами свернем с проложенного маршрута и пойдем по более дикому. Говорят, там есть змеи, черепахи, поэтому надо будет быть внимательным. Итак, видите, мы свернули с проложенного пути и идем. Пока все нормально. Нету диких племен, ловушек и опасных зверюшек. Но все может измениться в любую минуту. Смотрите, рядом речка. Кстати, здесь можно и рыбу увидеть. Ага, вон она плавает, видите? Голавлики плавают, ходят. Опасно, опасно. Заросли дикой реки. Слышу непонятный шорох. Заросли дремучие. Биополе включено по максимуму. Напряжение. Возникает напряжение от нервного возбуждения. Вот. Смотрите, какая чащоба. Какая чащоба. Следы цивилизации. Идем дальше. Речка. Вон она. Смотрите, какая живописная картина. Речка, заваленное дерево. Кстати, вон они, грибки на дереве. О, тут могут водиться черепахи. Да, могут водиться черепахи. Но мы идем дальше. Видна стоянка. Стоянка. Человеческая стоянка. Что-то тут было. Спускаемся потихонечку. Надо сначала внимательно осмотреться, а потом спуститься. О! Видите, лягушка. Лягушка. Да. Дикая природа. Заросли.
Все это настораживает. Идем дальше. Фух. Какая-то площадочка вытоптанная. Еще одна стоянка. Вот она, стояночка. Внимательно осматриваемся. Идем тихо вперед. Тихо. Смотрите, какая-то надпись. Надпись, предупреждающая об опасности. Идем потихонечку. Потихонечку идем. Что мы видим? Что мы видим? А, река. Идем дальше. Упавшее дерево. На упавшем дереве могут располагаться какая-нибудь живность. Образовалась естественная плотина, которая загородила следы цивилизации. А вот она, паутина. Здесь живет паук. Кстати, все пауки ядовиты, чтобы вы знали. Просто не все могут прокусить кожу человека. Опасайтесь пауков. Так, выходим. Выходим, прохода нету. Это тупик был. Живописнейший тупик. Так, идем дальше. Проход. И здесь нет прохода. Значит, это не то. Выходим. Редкие виды мотыльков встречаются, видите? Так, ну что здесь? Вроде как дальше дороги нет. Немножечко пройдем. Какие-то кольца, какие-то люки, заросли. На. Еще какая-то тропа. Но мы через нее не пойдем. Лёжка. Чувствуется, лежало крупное животное. Видите, как трава примята. Не меньше, чем лось. Здесь, оказывается, водятся лоси. Видите, по каким признакам можно судить, кто тут обитает. Лёжка. Чем больше лёжка, тем больше животное лежит. Самое большое у нас животное – это лось. Идем по новой тропе. Куда она нас выведет? По моим предположениям, она должна нас вывести к большой реке, к большой воде. И также железному мосту через малую речку. Смотрите, тайный ход. Можно было так пройти.
тайный ход. По нему бегают кабаны. Почему кабаны? Потому что, видите, он низкий. Внизу все оббито, проход есть, а вверху нет. Если бы ходили люди, они бы на уровне груди себе бы проход очистили. А кабаны, они не такие высокие, им и так хорошо. Смотрите, мы идем по камышу. Заросли камыша. Вот как раз это. Это пастбище и жилище диких кабанов. Диких кабанов. А также лоси. Ходят лоси. Мы идем. Все заросло. Маленькая тропа. Что ждет нас впереди? Правильно ли я понял, что мы выходим к большой реке и к малой реке с железным мостом? Представляете, железный мост. Неужели тупик? Неужели тупик? Какая-то полянка. Я вижу, проглядывает река. Вижу, проглядывает река. Вижу, мы идем так. О. Угу. Стоянка рыбаков. О, какое местечко. Какое местечко. Смотрите, кто это там. Лодки. Мы вышли к большой реке, по которой плавают лодки. Вот. Вернемся. Вернемся. Железный мост. Неожиданно. Вы смотрите. Да, это он. Железный мост. О, как бывает, да? Мы вышли на железный мост. Через малую реку. Эта река называется Рыгинская. Рыгинская. Рыгинский ручей. О, живописно. Живописно, да? Вот это да. Вот. Мы с вами вышли. Вышли. Да. Ну, давайте еще немножечко пройдем дальше. Какие ступени опасные. Ступени. Да, чувствуется, здесь редко ступает нога человека. Редко. Когда были разливы, вот этот столб постоянно подвергался воздействию воды. Вот она его размывала, укрепляли. Разливы были большие. Смотрите, еще нос для лучшего разрезания воды. Волнолом, волнорез. Как это интересно. Дичайшие места.
О, как он стоит. Дичайшие места. Можно опять посмотреть на реку. Плавают лодки. Цивилизация на воде. На земле ее нет. Смотрите, какое живописное место. Да. Шумит камыш, прибежище кабанов и лосей. Природный шум камыша, чувствуете? С одной стороны успокаивает, а с другой как-то и орел, степняк, идет на нас, как бы что не было, отвернул хорошо. Следы цивилизации. Пройдем до того дерева и назад. Серебристый тополь. Камыш. Стоянка современного человека. Купаться запрещено. Интересно, какая тут глубина. Я помню, там раньше мостик стоял. Называлось это солдатский пляж. Здесь нагорнул земснаряд кучу песка. И мы купались. Летает вертолет военный. Это говорит о том, что близка граница. Граница, военные действия, поэтому патруль, надо прятаться, лучше уйти с глаз долой. И мы идем назад. Следы бурундука. А может быть и бобра. Здесь живут бобры. Да, это, скорее всего, бобер был. Идем назад. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик,
и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!